или происходит некоторые пакеты, происходит гипертрофия, а некоторые пакеты у нас с вами наоборот увеличиваются в объеме. Есть поверхностные, есть глубокие жировые компарменты. Глубокие – это отроги жирового комка биша. У нас есть с вами носогубный отрог жирового комка биша, у нас есть с вами брыльный отрог жирового комка биша, у нас есть с вами аллатеральный отрог жирового комка биша. Какие жировые компарменты у нас с вами есть? Значит, это жировой компартмент, который находится в районе околоушно-слюнной железы. Вот он, латеральный жировой компартмент, да, латеральный жировой компартмент. И происходит его дистрофия. С возрастом он уменьшается у нас с вами в объеме. Нам его бы хорошо бы заполнить, да, но зона, будем про нее более тщательно говорить. У нас есть с вами височный отрог, да, вот он, височный есть отрог, который тоже у нас с вами с возрастом уменьшается в объеме, происходит его уменьшение, и мы будем с вами заполнять. Здесь очень важно понимать, что, смотрите, у нас есть височный отрог, а есть у нас с вами калоушный отрог, латеральный отрог. То есть получается, что у нас есть с вами сообщение между височной и щечной зоной. Да, оно есть. И если вы знаете, что было одно время очень популярна такая техника шотган, когда вводили препарат, ходили иголочку сюда, вводили препарат, так вот очень часто препарат спускался непосредственно в щечную зону. Поэтому работая в височной зоне, мы с вами работаем всегда между двумя фасциями, для того, чтобы препарат у нас не мигрировал в область щеки. У нас есть с вами поверхностные и глубокие медиальные жировые пакеты, которые находятся как раз-таки на мышцы, поднимающие верхнюю губу, между малой скуловой мышцей и мышцей, поднимающей верхнюю губу, расширяющей крыло носа. И вот западение, уменьшение объема данного жирового пакета приводит к тому, что пациент получает изможденный вид. И второй момент. Носогубный жировой компартмент, вот он находится над носогубной складкой, происходит его гипертрофия, он увеличивается в объеме. И вот наша с вами носогубная складка. Это расслабление мышц, смещение черепа и гипертрофия жирового пакета. Гипотрофия и гипертрофия, гипотрофия медиального жирового пакета и гипертрофия носогубного жирового пакета приводит к тому, что мы с вами здесь видим борозду. Вот она. Вот она, та борозда, которую мы одно время очень часто ее пытались заполнить конюшной техникой. Это расслоение пакета. И в результате того, что здесь пустота, происходит смещение. Да, происходит смещение препарата. Оно естественно, потому что ну, ему просто не за что держаться. Препарат должен за что-то держаться, мы понимаем, да, то есть он должен за что-то якориться.